здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. Доброго вам всем здоровья, мои хорошие. Это самое главное в мире – здоровье. Как я говорила в предыдущих роликах, у нас потоком прошли поломанные малыши. Это Бара, у нее перелом передней лапы. Это Эмир, у него открытый перелом задней лапки. И сейчас Карат. У Карата тяжелая ситуация. 3 месяца назад ему сломали лапу, свозили в клинику, даже сделали снимки и выпустили обратно, так как оперировать было некому. Так мне объяснила женщина, которая позвонила сейчас. Когда я спросила, где мальчик, она сказала, бегает там где-то, возле заправки. Наняли ловца, съездили, мальчика отловили. Я благодарна ловцу Николаю. Он всегда отзывается и очень аккуратно и бережно все это делает. Спасибо ему огромное. Карата привезли к нам, и Карат сразу уехал к Баркову. Карат в клинике. Ему сделали еще раз обследование. Обнаружили старый перелом и новый. Так, это у нас Карат. У него перелом лучевой и локтевой кости, вывих. Он ждет осмотр травматолога, по рентгену все видно. Пока что никаких назначений не принимает, завтра его осмотрят. Поступил к нам вчера ночью, в 2 часа ночи. Кушает, пьет, писает. Мальчику назначили операцию буквально в ближайшие дни. Мы ждем решения второго хирурга. Мои хорошие, 3 ребенка подряд. 3 тяжелейшие операции. Я все понимаю. Но скажите, кто, если не мы, поможет им? Друзья, кто, если не мы? Благодарю всех, кто отзовется и поможет ребенку. Искренне, всем сердцем. С вами Лохматая Душа. Спасибо, ребят. Спасибо, друзья.